Вначале стреляли сверху, а потом начала с вышки сюда стрелять. И одна попала мина, наверное, на улицу сюда, а вторая прямо во дворе там. И все, пошли осколки, и ранили жену в тяжелом состоянии, в больнице Ленина. Да ну, все равно. Это она взрывается и так остается хвостик? Ну, вот это то, что нашли. А то, что там было, не знаю. Ну, вон оно все разбито, пакеты повытаскивали, поставили. Больше. Три недели нет, не света, ни воды. Это осколки. Когда стреляли, осколки попали. Осколками вот. Какое перемирие? Люди добрые, какое перемирие? Нас тут каждый день шлепают буквально. Я уже не говорю бьют, а шлепают. Как... Пенсии нема, жить нечем, караул.